Тем временем Одессу готовятся номинировать на включение в список ЮНЕСКО. Исторический ареал города хотят представить на ассамблее уже в следующем году. Зону номинации ограничат улицами Преображенской, Бунина, Приморской и Леха Качинского. Сейчас эксперты и специалисты строительной академии готовят предложение, как сохранить эти объекты от дальнейшего разрушения. На такие вещи, как сохранение культурного наследия, жалеть деньги просто нельзя. Да и к тому же все эти деньги, вот все эти стоимости, они вполне вменяемые. Многие объекты можно привести в порядок и продлить их жизнь, не огонь, а жизнь продлить на десятилетия, да, если сделать всего лишь текущий ремонт. За деньги очень небольшие. Эти деньги обозначаются цифрой до 200 тысяч гривен. Всего лишь. Отмечу, как почитали эксперты, в историческом ареале Одессы 196 объектов культурного наследия. Из них в хорошем состоянии только 24, 75 в удовлетворительном, 37 в неудовлетворительном и 13 близки к ветхим. Одно здание аварийное.